Сносить или ремонтировать? Жители восьмиквартирного дома в Ленинском районе Саратова уверены, что их жилище давно надо признать аварийным. Тем не менее, они исправно платят за жилищно-коммунальные услуги, а управляющая компания не реагирует на их требования сделать капитальный ремонт. Об опасностях жизни в доме с истекшим сроком годности. Юлия Шишкина. Весь это шифер разбитый, вся вода, весь снег, все идет на потолок, и все протекает в квартиры. Олег Кликушин живет в этом доме более 13 лет и говорит, что дырявую шиферную крышу ни разу не ремонтировали, как и старую проводку, из-за которой год назад загорелся подъезд. Пожарные все затушили, но люди уверены, что такое может повториться. У дома на второй прокатной улице в Ленинском районе, как у хронического больного, масса болячек. И там в комнате тоже стены отходят в сторону. Сколько не клеилось, все лопается, лопается, лопается. Лидия Курочкина помнит, как в 80-е годы ее жилище признали аварийным. Но грянула перестройка, и расселение не состоялось. Сегодня в управляющей компании жильцам отвечают, что состояние дома удовлетворительное, и он нуждается лишь в косметическом ремонте. Люди не понимают, как это возможно, если по технической документации фактически износ здания 90%. Если посмотреть на техническое состояние нашего дома, здесь говорится, что ни фундамент, ни внутренние капитальные стены, ни перегородки, ни подвальное помещение, ни крыша, ни полы не удовлетворительны. Единственное, что удовлетворительно, это газоснабжение. Дом номер 14 по второй прокатной улице построили в 1954 году как временное жилье для рабочих завода «Техстекло». Внутри дом деревянный, обложен кирпичной стеной. В этом году ему исполняется 60 лет. Но судя по трещине, в которую целиком помещается рука, срок годности дома давно истек. Сегодня здесь живут 12 человек, в том числе 5 детей. Жильцы не раз обращались в свою управляющую компанию «Биотит Плюс» без особого успеха. Например, вот как реагируют в «Биотит Плюс» на просьбу отремонтировать электрическую проводку. Если я напишу заявление, то как долго будут выполняться эти работы? Если аварийная работа, она выполняется в течение там. Я понимаю, но это не аварийная, девушка, работа. В течение месяца? Но жильцы этот месяц собираются потратить на то, чтобы собрать все свои запросы и ответы воедино и отправить в прокуратуру, чтобы управляющую компанию обязали сделать капитальный ремонт или признали дом аварийным. Людей устроит любой вариант. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.